У нас 24 сентября 2017 года, поселок Потеряевка, утро. Вот Игнатий Иванович вышел с ураганом гулять. Полез вчера голубенок, вот посмотри. Он как будто бы такой, вот он у него. Его видно, шиньончик какой у него, породистый. Хороший голубь. Его другие не давали ему есть или что. Насыпал внизу, они его отгоняют. Я его загонял на пшеницу прямо. Ну нет, вот. И видно, что он молодой, но уже грудь начала у него отсвет давать. То есть он вполне пригодный был к зиме, но что-то не заладилось. Такое бывает. Голуби, главное, настолько неспокойные. Он пытается есть вчера, они его долбят, прямо гонят от себя. И он согнулся полуживой. Сегодня вот у нас первый день выпал снег. Отрезаю. Сейчас я его возьму. Раньше, чем обычно. Но уже начал таять, он капли падает. Сейчас. Вон шарик. Шарик. Вон он. Подожди. Где наш шарик? Вот он. Радость наша. Во. Бегает шарик. Говорит, тихо. Но! Он развязался. Иди сюда. Он, гляди, что делает. Чашку, ты гляди. Сейчас чашку потащит к себе. Гляди, ну-ка иди. Смотри, это кошачья еда. Ну иди, зайди с той стороны, посмотри. Бедное ураганище. Опрокинул чашку-то. Смотри, что делает. Сзади с той стороны. Ну вот. Ну, что, получается? Нет? Ну, отойди. Все равно съест. А я от крылышки обрезаю сейчас. Ну ты не будешь есть, ну. Ты же не будешь есть, он не ест их. Чашку-то первый прокинул. Ну-ка. Кошки не доели, все доест. Все. Ну. Ну все. Все, давай. Пошли. Ну чашку-то брось. Пошли. Там еще нету чашки. Ну сейчас смотри. Иди сейчас, брось. Фу. Пошли дальше. Ну-ка, гляди. Гляди, тот-то мочится. Теперь гляди, я ему бросаю. Все. Гляди, как нос-то как сейчас. Гляди. Ну-ка, подожди. Как он недовольно. В чашку себе написываешь. Гляди сзади. Сейчас он... Ну-ка, дай маленько-то, шарику-то. О! Вот это дело. Ну. Ну-ка, дай маленько-то, а? Пошел. Ну-ка, где? Ну-ка, дай. Ну-ка. Куда? Иди за ним.
отойди. Ну-ка дай нам маленько, дай. А. Ну-ка, хороший шарик. Смотри, на. А птеребец, как курица, это ястреб. Ну, шарик, дай маленько-то, дай, дай его урагану. А? Ну-ка. Не знает куда. Не знает куда спрятать. О, о, наблюдай за ним, что он делает. Ну, обычно он в конуру залазит. Ну-ка. Все. Еще там будет не прячется. Ну-ка. Дай маленько. Ну-ка. Шарик, ну. Шарик хороший. Ай, шарик хороший. А. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка еще. Ну ладно тебе. Вон, гляди, там мясо, мясо есть. Начинает с головы. Но тут ты... ты что делаешь? Чашка-то принадлежит ты. Но пугали всех. Подожди-ка, где у тебя это? Мне интересно, что он делать будет сейчас. Он не забивает ее, нет. Он ее обтеребливает. Иди. Видал? Охотящая собака, шарик. Вот интересно, к нему подойти и так вот. Шарик, ну-ка. Видал? Обтеребливает. И пух бросает. Вот ястреб так делает. Кто его учил? Все, мясо уже показалось. Видал? Теребит. А этот не берет, ему даже не нужды нет никакой. Зато он андатор сразу слопал. Ну ладно, пошли. Его надо выгулить хорошо, потому что ему сегодня в Барнаул ехать,
чтобы он готов был к этому. Вот. Ну-ка пошли вот сюда. В траву. Ого-го-го. Ну, нехорошо это тут. Прямо. Он оправится когда. Ну и все. Дорога ему не будет проситься. О, молодец. Вот так. Поехали. А куда же кошки садились? Ни одной нету. А интересно. Они где-то на столах. Ну-ка, подожди-ка. Там нету. Они где-то на столах, наверное. На столах. Да. Она там была, но нету. Ни одной нету. Пошли. Неужели они испугались, попрятались? Они обычно не боятся его. Все, пошли домой. Все, последний раз гуляем с тобой. Последний раз. Пошли.